Ладно, поехали. Ирель, Мурадин, Трейсер, Вал, лейтенант Моралес. Очень сквишовые три героя, но хороший фронтлайн. Мобильность есть. Тут Газло, Джайн или Лили. Ой-ой-ой. Как все нестандартно. Вообще пуш очень решает. Я неоднократно, да, подчеркивал на Драконьем крае. Посмотрите, как сразу зафокусили. Но здесь контроля не хватит, чтобы убить. Да, и Трейсер. Правда, я не ожидал, что Трейсер отойдет вот так. Я думал, через Ешку просто. А здесь топоры. Газлоу что-то удачно здесь. Моралес. Чуть-чуть не хватило ее добить, и Лили минус. Хорошо, слушай. Это еще при том условии, что Трейсер уже сохнет опыт на линии. Газлоу должен идти на лайн. Ну, Газлоу надо либо бэкаться, либо на фонтан идти. Ну окей, он бэкает. И пока вы по опыту опережаете. Обретите власть над ними и освободите рыцаря дракона. Сразу сходу. Так, от Тавра получаешь. Но пока неплохо все делаешь. Шурик на Мурадине у нас. На Мурадине, помню, отыгрывал первое время, потом мне быстро наскучил почему-то, но какие-то моменты остались в памяти, примерно как на нем играть. Ну, он довольно часто появляется, поэтому интуитивно понятный герой. Здесь неплохо все сделал, разве что за исключением того, что он, наверное, слишком далеко прыгнул. Далеко ей за спину. Минус Лили. Но хорошо. Надо наказывать сразу при любой возможности. В общем-то, в этом и заключается весь геймплей Мурадина. Влететь, дать вэшку, дать кьюшку и на автоатаках как бодиблочить. Танки, они все почти простые. Окей, вы контролите оба святилища. На низу Газлоу. Урель, все нормально. Прозрение Мурада идет. Вот Газлоу не сбило почему-то. Лазер, и вы забираете дракона. Так, драконом ты управляешь. Ты ударил стенку? Погоди. Тебя... Шурик, тебя все равно бьет Тавр, да? Смотри, ты берешь дракона... Сейчас. Ты берешь дракона, ты сразу вот сюда идешь. Вот сюда. Вот здесь становишься, чтобы второй тавр тебя не бил. Никуда не мискликаешь, ничего, никакую фигню не творишь. Просто идешь сюда, в угол, либо сюда. Ну, как бы, ну, сюда обычно идут, логично. Тут ближе просто. Меньше времени тратишь. И второй тавр тебя не бьет. Тут ты что-то, какие-то клики лишние, наверное, делаешь. Из-за этого у тебя, видишь, ты как бы понимаешь то, что надо бить один тавр. Я вижу, ты просто с управлением, походу, не справляешься. Так, смотри, тут тебя ударил тавр, не подрисовал рейндж тавр. Ну, рейндж тавр вообще такой. Но я говорю, просто стой в углу. Вот здесь вот надо стоять. И вот тут тебя тавр бьет. Но это лишний дэмэдж, ты должен понимать. Ты лишний урон получаешь, и из-за этого дракон быстрее заканчивается. Не подходи близко, кстати, к ТВ-рам. Тоже замечание, потому что ты вплотную стоишь. Рейндж рыцаря дракона позволяет бить на каком-то расстоянии. Ты стоишь прям в упор. Из-за этого тебя тавр бьет. Кьюшку, естественно, по КД даешь всегда. Она быстро откатывается. Ну, не надо. Ну, уже, да, там, ладно. Это, в принципе, для надежности можно и пнуть. Почему бы нет? Вот здесь форт. Не, форт тут в принципе неплохо. Если бы здесь были герои, наверное, это было бы плохое решение бить форт. А так нормально.
у рыцаря дракона хороший урон. У тебя здесь было бы чуть больше хп, заметь. Вообще, в идеале как? Чтобы здоровье рыцаря дракона заканчивалось в тот же момент, когда заканчивается время действия, да? Но здесь у тебя время действия еще, оно еще остается как бы время, а хп заканчивается. Вот что плохо. Но у тебя было бы побольше здоровья, если бы ты нормально затанчил товара. Куда там еще углу модельку дракона? Не-не-не-не-не-не-не, Шурик, поверь мне, я могу хоть час взять рыцаря дракона и показать, как надо было по-другому пушить, чтобы тауэр не бил. Ты должен был вот тут стоять. Ты стоял вот здесь. Так, ну ты можешь кьюшкой спамить. Ну ладно, тут у тебя заканчивается уже хп, anyway. Нанизу вас пушат в этот момент, и здесь как бы плохо то, что... У вас, кстати, вейв-клира нет, заметил по пику. Такой довольно хреновый. То есть, есть ирелька, которая дает неплохой, на самом деле, АОЕ урон. Но уже с 16 уровня, пожалуй, она с гневом небес только нормально дефит. А так вейв-клира у вас... Ну ладно, слушай, а у вас газлоу так вообще не скушит? Хотя он какой-то тупенький, мне почему-то кажется. Так, здесь хорошо откинуло, минус Луджи. А, Моральс умирает, плохо, очень плохо. Что позволило себя убить какой-то Джайни. Так, ты внизу. Валас прикушал. Ну, я видел, да. Я знаю. Ну, никто не стоял, то есть не дефил вообще. Не пытался дефить. Но я говорю вообще, в принципе, по пику вейв-клира маловато. То есть, пуш для вас это такая... Это, в принципе, проблема может быть. Вала вместе с РЛ забирает бойцовский. Все нормально пока. Газло можно накат, можно залетать хоть час, хорошо, все правильно делает. Да, молодец. Ну, надо было надо было сначала автоатаку дать, потом кьюшку дать, потом автоатаку. А не кью, а потом автоатаку и все. Вот тут, в принципе, та же ситуация, что и с кьюшкой у Ханзы. Недостаточно урона вошло, поэтому не сделал кью. Так, герой убит. Погодите, это где вообще? Ну-ка. А, это вы Джайну? Ну хорошо, хорошо. Прыгаешь. Нормально. Не ругаю, она норма играла. Не, вообще говорю, типа, за микромомент. Я же не ругаю. Там. А ты отыграл норм? Не, есть моменты, где она правильно все делает. Вообще то, что она прыгнула с Ешки сразу на газлу, это правильный отыгрыш. Но то, что она не добила, это уже чуть-чуть мисплей. То есть она могла добить. Но не добила. Тут танчит. Ну, ладно. Окей. Никто хотя бы не умер. Моралес почему-то хилит Валу вместо ИРЛ. Так, ты запрыгиваешь. Ну, тут нормально. Вот сюда встань. Да не убей сначала газла, у него хп меньше. Шурик, почему ты теряешь фокус? Не понимаю. Вот смотри. Типа это очень странно. Как бы ты вроде прыгаешь на газлу, такой начинаешь его хейтить, дал так молот, и все, и ты забиваешь на него. А почему? И ты очень не любишь быть... Я тебе еще в прошлый раз это сказал. Вот сюда, когда убегают герои вот так по святилищу, забегаешь с другой стороны и бодиблочишь, просто не даешь пройти. Почему ты это не делаешь? В итоге Газлоу даже не умрет. Ну, камон, это из-за тебя. Много целей. Да не надо ничего этого. Просто ты себе выбери таргет и по нему работай. Конечно, это не всегда так надо делать. Иногда надо сменить цель. Там разные обстоятельства могут быть. Но здесь как бы вообще ничего не было такого. Не произошло. То есть никто там
какой-то подхил не кинул, там ладошка Каразима, знаешь, иногда вешается, и типа ты понимаешь то, что не надо фокусить цель, ты перестаешь ее бить. Но здесь-то что тебе мешало вообще? Ты прикинь, если все будут так отыгрывать и не смогут нормально фокусить одну цель. Тогда лига превратится вообще. Ну, как бы вы поэтому, наверное, в серебре. Я не знаю, это что. Минус лига. Но факт в том, что ты должен просто понимать, что это неправильно. Так, ладно. Феликс отходит. Ой, а он тут не сдохнет? Сдохнет, ладно. Тут херню он сделал какую-то. Вообще прям полную. Честно говоря. Ну и тут Терель танчит. Порт, в принципе, сносите, да, окей. А, ты, значит, наверху. Ну ты ничего не сделаешь, даже не пытайся. Ты ничего ему не сделаешь вообще. Ему плевать. Ты под крипами стоишь. Так, ладно. Ну ты идешь, должен идти на сетилище. Не тратить на бородин игры, он сам может себя мне будет хитить. Да, кстати, тоже верно. Ну только если фокусят там такое. Ты ошеломляющий удар взял? Ладно. Я не говорю, что это прям плохо. Нет, на самом деле, у вас ИРЛ, у вас брузеры есть. Если бы ты был прям мейн танк, и у вас одни сквиши были, тогда, конечно, аватара по-любому. Здесь можно, в принципе, подумать. Между выживаемостью и контролем. Но мне интересно, как ты будешь реализовывать. То есть ты будешь запрыгивать за спину, как-то закидывать. Сейчас посмотрим. Так, трейсер. Угу. Блин, у трейсера не получается убить Джайна, то есть сквишей, ради чего она в принципе берется. И поэтому это очень прискорбно смотрится, знаете, выглядит. Когда вроде взяли трейсера, она убить даже не может. Печальненько. Так, водяной дракон. А почему ты не прыгнул? А у тебя был прыжок? Ой, не дай бог, Шурик, у тебя был прыжок. Извини, что я это делаю, прям так проверяю. Ну да, ты тут. Ну если бы ты прыгнул, в тебя все равно автоатака летела, ты бы умер. Я вижу, что КД было, да. Ты не мог прыгнуть. Так, окей, тут газло уходит. А, блин. Ой, граната вообще не в тему была, отморались вообще. Sorry, my bad. Так, минус, окей. Правильно сделал, что написал. Герой убит. Ну что вы тут делаете? Забирайте внизу. Окей, все правильно. Моралес. Ай, что она тут? Может, пид в нее? А почему он не сразу скастовал? Блин, как же странно, люди играют. Почему, может, пид кастуется не сразу после выхода? Почему он не стал бы деблочить? Я не понимаю. Так, окей. О, хорошо. Ничего себе, ты как придумал. Еще докинул ему молоту, но это не обязательно было делать, конечно, ты сам понимаешь. Ну так чисто угарнуть, может быть. Но за ворот хорошо закинул. Ой-ой-ой-ой-ой, какая боль. Зулджин еще. Как же у вас не идут файты? Да, здесь мало уходит. Трейсер забирает наверху. А, газло. Фух, на лоу хп. А вдруг тут кто-то есть? Но он понимает, походу, что нет никого. Так, неужели Джайн опять будет убивать трейсер, хотя должно быть наоборот. Так, здесь конусом промахивается. Что плохо, на самом деле. Через педаль эффектов. Так, газлоу будет бэкаться. Врывается эти силы, кидывает. Ой, загулял. Ой, загулял, Шурик, ой, загулял.
жестко загулял, конечно. Фрейзер в итоге все-таки умрет, нет? Вала. Надо поставить подальше. Под кольцо не подставились, хорошо, молодцы. Но здесь уже все хорошо было. Более-менее. Газлов нанизу. Что-то от Газлова мало толку, я заметил вообще, да? Что-то он как-то не пушит, что-то не делает ничего. Не поймешь. Провокацию Релли за это. Пока что не хочет покидать эту область. На низ. Куда ты пойдешь? На низ? Ну, в принципе, да, неплохое решение сейчас пойти на низ. Забирать должен здесь. Ты должен стоять на точке, Шурик. Ты должен забирать сетирич. Стандарт. Блин, знаешь, ты, по идее, его бы уже забрал. Блин, вот посмотри. Александр, насколько эти микромоменты решают? Вот, казалось бы, херня вообще, да? Вот просто ерунда какая-то. Но ты стоишь не на точке. Вот здесь. Вот. Блин, кулак, конечно. На пол экрана. Вот в этом моменте. Вот ты идешь сюда. Ну ты же пришел ради того, чтобы святилище забрать все-таки в первую очередь. Вот. И ты уходишь с точки, и она в итоге, видишь? Я здесь сдох. Ты здесь сдох? Серьезно? Так, окей, ты его откидываешь. Ну и в итоге, блин, точку ты не забрал. Лажа какая-то получилась. А, он тебя закидал просто станами, всем вот этим. Ну да, под тремя турельками. Капец там. А что ты отпрыгнул-то? Ты надо было либо до конца его гасить, либо... Камон. Шурик, что-то мне вообще не нравится, как ты тут отыгрываешь, серьезно. Я видел, как ты на ИТС играешь там. Нормально. Что-то как на уродине. Но все-таки это микро-моменты больше, микро-игра такая, чем макро. То есть ты вроде... У тебя есть понимание того, что надо делать? Я уверен, но ты делаешь это неправильно. Я могу вот показать, если интересно, таланты на 5 секунд. Так, окей, забрали. Трейсер? А ей пофиг, она... Игроки вообще не зацикливаются. Не фокусируются на том, чтобы забирать. Смотри. Оп. Таланты вели. Ой-ой-ой. Вроде неплохо. Да, минус газа. Да, Ирель молодец. В принципе, она вас, можно сказать, тащит. Ну, правда. Если уж кого-то выделять, кто пытается тащить, то и таланты. Таланты Лили. Облачный змей. Ну да, она типа весь такой дамагер. Знаю родных тиммейтов, братья, не вот вы где. Так. Синяя команда уничтожена. Тут закидываешь. У тебя водяной дракон летит. И у вас нет урона, да, чтобы ее убить. Да блин, да забирайте вы эти... Шурик, ну забирайте вы эти долбанные святилища. Ну вы играете на драконьем крае. Вы находитесь рядом. Вот понимаешь, есть обычные условия, как бы. Ну такие элементарные. То есть ты находишься рядом с объективом, тебе никто не мешает его забрать, бери объектив. Никто не мешает забрать, ты рядом находишься, бери его, не надо ничего делать, там за кем-то гоняться, крипчиков бить.
Видишь маяк на Абраксисе? Подошел, забрал. Не надо ждать там, ничего нет. Твое дело маяк забрать. И здесь то же самое. На святилище, на драконьем крае играешь, забирай святилище, как только тебе дают. Дальше уже занимайся своими делами. То есть у тебя на это уйдет какое-то время. И сразу после того, как ты это сделал, все, дальше можешь что хочешь сделать. Но просто твое дело забрать святилище, забрать маяк. Это важно. Опять же, если тебе никто не мешает вообще. Да не идешь-то забрать. Вы как бы не торопитесь просто это делать даже. Какой ранг был у той катки на это? Платина 5. Почти я угадал то, что там ниже по рейтингу. Так, перед. И минус эти все. Вот раз Лев зашел, давайте, пацаны, так сделаем. Сейчас я смотрю, досматриваю матч Шурика, потом смотрю матч Леонардо. И на этом все. А завтра мы смотрим две каточки еще от Шурика и Леонардо, получается. Они там по два матча скинули. Я сейчас один матч Шурика смотрю и Леонардо. Завтра смотрю еще один матч Шурика и Леонардо. Сделаем так. Я думаю, никто не против. Типа, если мы сделаем так, чтобы не превращать один стрим, там, я не знаю, в бесконечность какую-то. Так, минус Газлу. Хорошо, убили. Газла у них вообще, кстати. Это бесполезно, по-моему. А, Влад, ну если ты там разберешься, типа, как раз у тебя будет время разобраться с, там, не знаю, с донатом. С или можешь, я не знаю, попросить кого-то задонатить. Как вариант. Ну, я хз, короче. Просто... Я как бы и мог бы бесплатно сделать, но ты же понимаешь то, что начнется вот это вот, типа, а, ты ему бесплатно сделал, что мне не можешь. Один матч сегодня, оп, можно завтра. Только Аларака разбор. А Аларака разбор это какая карта? Погоди секунду, Лев. Ты мне скинул, сейчас, девушка Микаила. Это башня Рока или оскверненность? А, ну, погоди. На Лараке с дебилом Руинером. Ну, башня Рока, окей, я понял. Ну, ты написал там. Ладно, поехали дальше. Здесь вы должны сносить. Ну да, тут и видно, что вы снесете. С вами наемники, с вами сила. Ну, блин, конечно, столько изъянов в твоей игре, Шурик. Если прям до мелочей докапывался. А я, в принципе, и делал обзор, чтобы докапывался до мелочей. Здесь по двум хорошо стандал. Ну и... Нет, не убивайся. Эти все... Что он делает, блин? Ну кого? Это очень странно. Херово они дают себя. Ай-яй-яй. Ты раньше времени сдал. Мог бы еще пожить. Да, им тупо дефить некому. Погоди. Вала вообще пишет бэк. Посмотрите. Осознайте просто тщетность бытия. Пацаны идут в кору. Противник не дефит. Тиммейт сыт. И пишет идите назад. То есть чувак думает как бы, старается опираться на логику какую-то типа. То, что, ну, не получится снести, там же Зулджин, типа, ща придет за дефит, а он не дефит, блядь. Ну. В итоге на наемников вообще насрать все. И у них просто падает скоро. Я, конечно, понимаю, что Эрель это непробиваемый герой,
довольно-таки посвящен. Ну, короче, господи, боже мой. Как вообще эти игры обозревать, я не знаю, блин. Типа ты такое смотришь и понимаешь, что, что люди в принципе играют неправильно. И здесь... Ну ладно. Но по игре Шурика что могу сказать? По игре Шурика могу сказать, что... Блин, у него даже не проблема отыгрыша конкретно на Мурадине. Дело вообще не в герое конкретно. Я прекрасно... Я четко уверен, что Шурик понимает, что в принципе надо делать на Мурадине. Он по игре, он в целом как бы странные вещи иногда делает. То есть он где-то не забирает что-то. Ну да, мне что-то как-то вот... На Мурадине мне меньше понравилось, чем когда ты играл на ATC, например. То есть если брать таких, да, двух мейн-танков, то на ATC у тебя лучше идет. Может, это из-за того, что карта... Может, карта тебе просто не очень подходит. Драконий край вообще сложный считается картой. Ну, неудивительно, потому что два святилища, тут надо забирать дракона. И макроигра здесь очень решает. Наверное, поэтому. Ну, серебру трудно, может, дается такое. Но, блин. Сейчас говорю так, как будто я мастер, да? Но anyway. Все-таки ошибки тут очевидны. Но при всем при этом ваши противники играли хуже, чем вы. Нет, даже не на троечку, наверное. Наверное, на 3,5 все-таки.